Всем привет, дорогие друзья, с вами Иван Брусов. Всем сегодня... О! Только сейчас. Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Да, это наша... Даже, наверное, это будет наша постоянная рубрика. Того же... Опа-на! Ну, короче, неважно, я вот так вот просто сделаю еще. Да, блин, вот так вот. И вот тут немножко увеличить. Все. Alt Enter и погнали. Нет. Сегодня мы поиграем на сервере, уже знакомым вам по прошлому видеоролику под названием «Играю в мини-игры с другом». Тебя подкинуть. Короче, неважно. О, привет, братан. Ты что, дурак? О, прикольно. Кто от меня попал? А, это луком. Я понял. Да слышишь ты? Я как вот кину, слышишь? Короче. Так, давайте... О, давайте в контру зарубимся, правда, Манька. Ага. Использовать текстуру пак. Угу, немножко. Тормозила. Опа. Текстур пак сейчас подключится. Тесткрафт, главный хаб. Мне немножко вылетит. Вы это... Выкинула. Так, классический, ну, сейчас, мир с плагинами. Угу. 137 новых лент, что это будет? Контра. Телепортирую вас в лобби Counter-Strike. Оп, все. Тут даже текстур пак есть. Смотрите, это мина, это C4, на самом деле это донат, а это лаки блок. Тук-тук. Ну, давайте прыгнем. Ожидание на арене, D-инфе, понятно. Так, выбор команд, давайте, я хочу спецназ. Я спецназовец, ёпты. Классно. Это что за телефон? Меню покупок. Слежение бомбы. Классно. Начали. Чек. С кем-то идти на... Глок 18. Я там кого-то вижу. Так. А где Где закладчик бомбы? Так. О, пистолетик. Господи, что такое? Вы посмотрите на это. Капец, я хочу себе АК-47 купить. У меня... Норм, у меня АК-47. Нет. Так, может еще купим? А, вы покинули. А, вы покинули. Ну ладно, не важно. Вон, я видел одного. Так, заходим сюда. Каким образом я умер?
Не выходите, вы возродите. А, окей. А, он вообще тупой, он калаш не поднял. Он не поднимал. А, ты же не поднимал. У чувака дробаш был. Гимо 3. Обожаю Гимо 3. Так, мама не сделала эту прививку на видео, поэтому... Поэтому сейчас здесь закуплюсь. Давайте я куплю вот свинопушку. Вот это хочу. Это достаточно денег. СГшка. СГшка. СГшка норм. Может выпасть про... А, это из кейсов. Че еще? Дробаш я хотел. Вот в следующий раз я эту новую. Или... Еще лучше вот эту снайперку, снапу. Так, короче, у меня есть какой-то крутой этот автомат, которым я сейчас буду всех тупо стрелять. Пух-пух-пух, прикладом по башке. Ту, ой, ой, так, кого-то надо присобачить. Есть, кто-то есть? А! Эндер-пушка. Так, сколько стоит у нас? Ага, мне немножко еще подкопить надо. А, мы сейчас за терроров. А кто закладчик, собственно говоря? Ты? Нет. Так, там кого-то я хочу присобачить. Кого-то присобачить. Так, тут есть кто-то? Нет. Ага, я вот сюда хочу зайти. Ну, зашибись, бомба установлена. А где она? Если бы здесь была этот... Ну, вы поняли. Если бы здесь была карта, то я бы ее слегка... Дра! Я что-то... Нет, не успел. Она у него селюсь считает, подожди. Куда ты полетел? О-о-о, все. Будем смотреть за ним. Так, денег я подкопил. Господи, денег я подкопил. Ого-ого. Да, спасибо. Норм. Так, и я покупаю себе 30, 10 даже снайперок. И вот этих штук еще. Один снайпер. Блин, я же я заменил, оказывается. Бомбит. Ладно. Не так, я вот за этим чуваком буду следовать. Я Инди что замолчала. Так долго на АВП копил, но... А, ладно. Четыре. Так, кто у нас там? Монс какой-то. Ладно, я буду тупо бежать со всеми. Рита. Рита Маргаритка. Ритка Маргаритка. Уп.
бомба установлена. Вы должны защитить ее, окей. Ай, тихо. Я, пожалуй, подниму эту всю хрень. Но так автоматик. Ой, гранату поднял. Хватает. Три. Твою мышь. Ладно. Сколочная граната. Сколочная граната. А, пофиг. А, выкиньте ее, чтобы взять. Окей. Покинули место покупок. Тра-ля-ля, тополя. Ага. А прицел как включить, собственно? Кто? О, там как бомбануло, я чё... Ты шо, бессмертный, чё? Я ж прям гранату у него кинул. Бомба-де! Бомба-де, 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 бомба-де. Где она? Вот она. Это бомба? Нет, это не бомба. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Демонс этот. Вот он. Здорово. Монс, да я вселюсь в тебя. Да я вселюсь. Ага, все. Ю. У него снайперка была. Ну, в принципе, как у меня норм. Так. Ищет что-то. Что-то так лагает у меня. Он тоже летает. Победили раунд спецназ. А, мы победили, короче. Я должен обезвредить бомбу. Мы саперы. Саперы. Подожить. Набер сапера. Так, ладно, возьму себе набер сапера. Бух-бух-бух, ножиком все. Бух-бух-бух, ножиком всех бух. О! Зашибись просто. Вот это я. Мне еще сегодня должны привезти джойстик, но, блин, я скоро к папе ухожу, я что-то чувствую, что я джойстиком фифашку не зарулюсь. А, вот она, где я должен был бы отыскать. Бомбочка, бомба обезврежена. Мы победили. А, нет. Нак. Тик, иди у нас бомба. Бомба. Так, надо держать в руках пистолет и смотреть в оба. Тихо. Так, это обезвредить бомбу. Вроде бы никого нет. Так, в прошлый раз она была здесь, но я не думаю, что она здесь в этот раз, потому что, как бы, я думаю, они умные. Так, где закладка у нас? Бомбочка. Ищем бомбу. Так, кнопочка какая-то. Бомба! Тупо валяется, ее никто не успел поставить. И подобрать ее самое интересное, что нельзя.
Короче, мы победили, наверное. Да. Норм, мне так дали оружку. Вы только посмотрите. Так. Так, надо защитить закладку. Я за этим чуваком буду бежать, ничего не знаю. Кто-то уже кого-то того крякнул. Пристрелил даже, наверное. Тихо, братва. Ты что, псих? Коктейль Молотова кинул. Чтобы наверняка, да? Да нет, да, господи, нет там. Засада! Здесь чувак лежит. Норм. Так. Засаду устроить. Так я здесь буду сидеть. Так, сейчас я побегу туда же, кстати. Может быть, даже там будет бомба. Чувак, стоять! Я за тобой. Ты дурацкие ступеньки. Чувак, стой, я с тобой засаду устрою. Так, я бегу туда же, кстати. Опа. Кто-то есть, что я туда заглядываю именно головой, а не этим. Ты что, дурак? А, мне закончились патроны, зашибись. Так. Давай в Киону эту дурацкую фильм. Угу. Где бомба? Сейчас я ее спокойно могу найти. Вот она. Бронзовый кейс летает. Я хоть... Мне не выпал, блин, жалк. Здорово. Недостаточно игроков. А, меня в лобби кинуло. Ну, а квайти. Давайте выйдем куда-нибудь. Это еда, пацаны. А, это торт, скорее. Да, это торт. Торт же можно поставить? Ну вот. Чё это? У нас работает доплата. Так, давайте отсюда уйду. У меня 100 теслингов. Я не знаю. Да я взял, ладно. Ура, главный хаб, как я за тобой скучал. Чувак, здорово. Это что еще такое, идея вообще? Ты дурак. А, я туда вот так вот полетел, я понял. У-ху, я ракета. О, давайте в тинтерам поиграем. Я люблю тинтерам. Вы как хотите, я люблю. Кожа запись, короче, запись идет очень... Чё я стою здесь? Большая арена. Большая арена. Начать... Игра на арене началась, значит игру тык. Игра на арене же. Норм, так.
Понятно, я пошел. А, нельзя, да? Вот. Ладно, давайте. Я буду просто вот так вот сидеть, стоять и... Мне заспал, наверное, в того. Иван Батя. Родовой. Иван Батуа. Меня вот лошадь. Ёпарус, это я испугался. Ой, микрофон. Я себе слайм сегодня сделал. Сейчас почищу микрофон. Ничего не... Опять же, повторяюсь, мне сегодня должен прийти джойстик, а мне через час к папе идти, через полтора. Самое интересное, что джойстик еще не пришел ко мне домой, прям на проводе, так тык-тык-тык-тык. Не привезли еще. Последний раз, крайний раз я заказывал посылки, это когда вот микрофон покупал. Это было года 3 назад. Салямба, стоямба. Интересно, работает? Всё как. О, боже. Сколько можно ждать? Тык-тык-тык-тык-тык, ничего не пройдет. Ура! Турту сейл бух. Ликви маг му. Игра началась. Воу! Я перед чуваком сейчас вот так вот. Типа змейки. До сих пор на зеленом бегаю. Воу! Да блин, неудобно. Ай! Так. Три игрока осталось. Два из нас тут. Точнее, два из них. Один из них я. О, здорово! Логопед. Ладно, логопед. Кстати, кто ходил к логопеду, не знаю, к чему, это ставьте лайк. Не знаю, я ходил к логопеду. Мне было весело. А, блин, ладно. Вот это дыря, и это я держался еще. Ну да, ладно. Идем поиграем. Давайте в эту в таркаду не хочу. Донат. Что потом? Пошел ты нафиг. Оу! Я хочу на эту, на плиту. Где тут плиты? Вот они. Подписан! Я один раз вот сюда залетел. Туда, в дырку. Потом еле вылез. Подписан, зализон. Если ты не ленивый жабсон. Это к вам обращение. К
Классно. Мне нравится летать, честно. Вот на этих штуках вот так. Пиу! И полетел хрен знает куда. А что там дальше, мне интересно? Бух ты! А, тут еще одна такая арена. Короче, я полетел. Видимо, ПВП какая-то тут. Я бог! Что тут написано? Печки. Или... А, овечки. Там овечки, там... Я лечу! Давайте в овечек поиграем. Сейчас я вот сюда вот встану. Смотрите, как тут надо. Как надо отсюда залетать. Фу. Да, немножко мимо. Норм. Ладно, немножко мимо. Да, господи. Тетенька. Интересно, что здесь делать надо. Угу, где-то зеленая арена. Вот, присоединяемся. Ладно, выходим. Давайте лучше полетаем. Я не знаю, зачем вам это. Ура, я вернулся к главный хаб. Давайте поиграем... Давайте паркурим, хоть я и не умею паркурить, но ничего страшного. Алло! Старая мини-игра, сейчас она выключена. О, боже. Как я крокодил, крокожу. Я буду крокодить. Битва строителей. Тинти. Нет, это светофор. Тайное убийство. Выживание в Эдвардс. Тут что-то непонятно. Голодные игры. Старвайрс. Аннекция. Контрстрайк. Микс гейм, что такое микс? Ладно, давайте микс гейм поиграем. Это, я так понимаю, что это типа таркады, только в таркаде микроигры. Тут я так понимаю, что будут мини-игры. Или я ошибаюсь? Скорее всего, я ошибаюсь. Но я нет, это, кстати, очень классная игра. Это очень классная игра, я люблю в ней играть. Там тебе дается блок света, тебе надо встать на этот блок. Я мечтал, господи. Скриншот давайте. Я мечтал в ней поиграть. Микс гейминг. Победитель. Честно, это легко. Это прикольно. Казахстан, Украина. Беларусь. И Россия. Запустить. А, я ж не император. Хочу. Игра началась. Защита. Валите. Здравствуйте. Красный. Желтый. Где желтый? А, все, мне тренда. Да. Жалко. О, здорово, пацан. Ты шо? Магия в них Хогвартс. Ладно. Сейчас большинство, мне кажется, ливанет. А чувак успел, кстати. О, Дарт Вейдер, здорово. Принц Клин. О, привет! Тесла Крафт. О, привет! Короче, Тесла Крафт. Опа, бонус кто-то поднял. Какой там цвет у них? Красный. Уху! Он тупо, это вампир, хрен. Так. Когда мне джойстик пришлют, а? Точнее, его уже выслали, он сегодня должен прийти. Если он сегодня не придет, я буду жаловаться. Это вот так, если что, работает.
Нет, это нормально работает. Наш победитель. Давай. О, а нет, еще не победитель. Тут дофига людей, детей. Можно... Ух, опа, покемоша. Немногие успели. А, боже мой, опа, на. Ой, боже мой, хотел сказать, я когда тут вылезли супергерои. А кота вырезали. О, здорово, Gravity Falls. Всё, начинаем, начинаем. Микс гейм, Казахстан, Украина, все хорошо. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Белый-белый-белый. А-а-а! Успел. Лай. Бляха-муха. У! Вы это видели? Клипер, здорово. Вот он, нашел. А, это был фи... Я их все время путаю. Вот, сиреневый, вот сиреневый, вот. А я стал на фиолетовый. О, боже мой. Клипа. Где мой джойстик? Я его жду. Хочу фифашку зарубиться на джойстике. А, да, кстати, забыл сказать. Рубрика FIFA 18 выходить с этого момента больше не будет. Потому что, сами видели, если вы видели видео, хоть одно, то вы сами поняли, что очень-очень-очень там, короче, тормозит. Поэтому с третьей серии я заканчиваю. Точнее, ну, третья серия уже вышла, поэтому больше не выйдет. Серия. FIFA 18. Вместо FIFA 18, вот рубрика сейчас, я в нее, в принципе, играю. Это уже вторая версия. Вторая часть. Рубрика называется «Играю в мини-игры». Да. Как ни странно, но это так и называется. «Играю в мини-игры». Сервер TeslaCraft. Кто не знает, на сайт teslacraft.org заходите, там IP, донат, все. Я оставлю, ну, да, окей, я оставлю IP в описании, так уж и быть, наверное. Да, кстати, то, что сказал Дима в прошлом ролике, что набирается 13 лайков, и я матюкаюсь на видео, это неправда. Точнее, он думает, что это правда, но я не буду матюкаться на видео. Опа, обновление World of Warships. Ждите новой серии World of Warships. Да-да-да, ждите. Кстати, она может даже выйдет после окончания этой серии. Кто знает? Если мы наберем под этим видео... Ну, давайте 5 лайков. Опа, Барселона. 5 лайков мы выпустим. С вами, точнее, не с вами, а я выпущу 7-ю часть World of Warships. 7-ю. 6-ю я буду выпускать, а вот 7-ю. 7-ю я буду, 6-ю буду снимать сейчас. Почему все время заканчивается на вот этой, как она называется, я забыл. На этой... Извините. Короче, на этой, можно так сказать, карте. Господи, дай мне сил. Так. Все рядовые. А, я рядовой тоже? Да. Нет. Какой? Лаймовый! А! Это... В каком месте это лаймовый, расскажите мне. Что...
Ой, сейчас бомбанет. Ой, сейчас бомбанет. Ой, как бомбанет. Я просто... Вы не представляете, как бомбанет. Ля какой. И какая даже, наверное. Тут. Я думаю, что... А, это уже другая будет. Где тут белый? Это белый. Это белый, надеюсь? А, коричневый. Вот, коричневый. Это коричневый? Это коричневый? Это коричневый. Да, это коричневый. Я думаю, тут будет какой-нибудь белый, да. О, я прям возле белого. Слава богу. А, крипер! Твою ж налево. Феррари с дыркой. Оранжевый? Да вы прикалываете? О, господи. Уже у этого глаза нету. Давайте, чтобы время не тратили. Ну, чтобы вы время не тратили. Я сегодня, точнее, сейчас буду делать вот так. Следующие ролики будут с музыкой на фоне, но не встроенное видео, потому что если я буду встраивать видео, то меня слышно просто-напросто банально не будет. Поэтому, сори. Опа, здорово! Щечки. Вот, помните, я... Вот. Нет, вот сиреневый, это розовый. Видимо, у них тоже был сиреневый, и все зафейлились. Наконец-то! 2-1, пуск. Все, Илон Маск запустил свою ракету. Желтый. Где желтый? Вижу желтый. Успел! Я не вижу, правда, ни хрена. Оп! Так. Сиреневый! Оп! Все. Я прям на него скакал. О, чуваку повезло. Крипер пошел на задницу. Ай, не успел добежать! Они только по углам были. Здравствуйте, моя тетя. Какой-то цвет был. Розовый. Опа, иллюминат. Не, лучше вот так сделать. Так лучше. О, зелененький. Та-та-та-та-та. Опять. Не, ну жестко. Я не спорю. Честно, мне нравится в этой игре играть. Как вам? А, да, кстати. Я же это того... Ёпарасет. Ой, я ракета. У, я хочу на батуте, папа. Куда вы меня несете? Можете рассказать мне? Может быть, я хочу на батуте. Ёпарасет, на батуте попрыгать. В принципе, что я сейчас и делаю. Так. Я в прошлом ролике оставлял опрос. Хотите ли вы еще таких... Этих... Ну, вы поняли, короче. Короче, вот таких видео с Димасом. Сейчас у меня без Димаса. Если что, видео ставлю в описании. Точнее, не в описании, а в конечной заставке я оставлю ссылку. Ну, даже не ссылку, а канал его, короче. Да твою же мышь. Я хочу вот сюда к товарищам всем залететь хочу. Всё. Дуди, плейгляль. Опа, котик. Котик, хочу 100-500 этих. Макс 100-500. Ну ладно. Где курьер с моим джойстиком? Где курьер с моим джойстиком? Я вот жду. Целый день жду. Мне, блин, скоро к папе идти через... Час, полтора где-то.
Блин, я тупо бегал. Зашибись, я даже не смотрел. По таймеру, по победа. Юху! Ракета у меня огонь из задницы. Я надеюсь, вы этого не слышали. Вольт, вот она, вот. Это обновленный лаунчер, поэтому ждите новую серию World of Warships. Так, надеюсь, я H там не нажал, нет? Нет. Let me так, Мармок. Я только что просто включил микрофон. Мармок. Кто смотрит Мармока, ставьте лайк. Кто смотрит Эдисона, ставьте лайк. Кто смотрит Джеку, ставьте лайк. Кто скучает за троллингом и за всеми их челленджами, а видео совместными, ставьте лайк. Мне кажется, если половина зрителей, хотя сколько у меня там, 14 зрителей, но даже если у меня было бы 1000 зрителей, я думаю, хотя бы четверть из них точно бы смотрела Эйчина или Жеку. 100 пудов просто. Поставила бы лайк. Я император! Вы что, не видите? Вот, посмотрите на меня. Ну я же вообще няшка император. Вообще здороваться надо в Майнкрафте вот так, но мне пофигу. Всем привет, дорогие друзья, с вами его, этот чувак думает, что я блогер какой-то, хотя я и так не блогер. Опа. Опа, все. Это вообще чисто просто белый, это чистейший белый, чище некуда. Оранжевый, да? Все тут столпились. Я не вижу, ага, появилось. Боже, тут вообще... Оранжевый, где? Вот. Фу, я надеюсь, я победю. Но я не победю. Эй. Наверное. Господи, дай мне сил так. А, это голубой. Я не голубой. Опа, дратути. Как ваши делашки? Как делишки, ребятишки? Что-то какой-то дырявый этот попугай. Попугай Кеша. Где мой кактус? Кактус, господи, джойстик. О! Хотя бы у него глаза есть, правда. Это глаза как прыщи какие-то. О! Тут сложно, кстати. Серый. Что-то я молчу, я ж типа... Здравствуйте, моя тетя. Давайте, типа я это... Здороваюсь. Всем привет, дорогие друзья, с вами Иван Брус. Сейчас поведется стопудов. Чё, залипание клавишку все заработать? Я его отключила, ты лох. Тим, да? Тим хочешь? Окей, ок. Чё надо, Даник. Как они летают, мне интересно. Я полетать хочу. Воу, что-то меня плющит немножко, совсем немножко, чуть-чуть. Просто хочу вот так вот летать, как вот эта баба. Ю-ху! О, это Игорь. О, здорово, опять он. Контур оставили. Кто сейчас кушает, кстати. Приятного аппетита. Я недавно покушала и начала записывать. Вы не представляете, целый день с 7 утра жду свой джойстик. И его до сих пор нет.
Мне папа звонит. Я как раз на голубом стою. Повезло. Папа звонил. Красный стоять. Оп. Всё. Вот кто вот так бегает, с ним будет то же самое. Что? Сиреневый. Главное не перепутать. Вот. Надо было на... Господи, надо было рядом встать. Яблочки растут. Я летаю. Опа, клип о кого-то сейчас. О, повезло пацану. Или девчонки, я не знаю, где в кухне. Шел пятый час ожидания моего джойстика. На самом деле это не... Хотя... Уже даже больше, чем 5 часов прошло. Сравните, сейчас 17:54 и 7 утра. Уже часов 10 прошло. Нет, прошло 11 часов. Еще и мама спит, вообще классно. Иллюминат, здорово. Еще и реально мама спит. Я громко разговаривать не могу, кричать не могу. О, господи, что это за... А, это фламинго. Воды себе, что ли, налил? О, копатый, здорово. Еще вчера мама тортик испекла. Прям весь мультик. Я не помню, как мультик называется. Финн. Это Финн. Я не помню, как мультик называется, но кто знает, напишите в комментариях. Опа, на, здорово. Честно, я уже... Опа, наконец-то закончилось. Я сегодня слайм сделал. Не знаю, я тупо нашел банку клея, мне ее не было... Было некуда девать, и я тупо ее... И тупо из клея сделал слайм. Кстати, прикольно пахнет. Оранжевый, здорово. Первый уровень полегче. Светлость... Господи, дай мне сил. Вот это что ли? Да, нет, да... Блин, там рядом было! Ой, обидно! Ладно, проехали. Дайте пройти. Детектив Эдуардо Перетьяно. Здорово, братан. Давай, сюда. Иху! Ух ты, йо! Давай, я хочу на котика залететь. Давайте на котика. На котика! На букву для начала, а потом уже на котика. Все, я на котика. Сколько здесь этих нажимных плит? Вот тут девочка какая-то тоже на котике. На котике. Все. Уху! Йо! Смотри, они... Кстати, смотрите, они ж куда-то это... Куда-то нас ведут, можно так сказать. Уху! Классно! О, обратно привело. Эй, я хочу опять на котика, он туда. Там... Боже, он такой милашка. Ой, я delete поднажимал. Он такой миловка. Честно, у меня самого есть кот, я очень люблю котов. ДП не сработал, что?
Да не... плохая была идея, ладно. Придется вручную забираться. Опа, на букву можно. А тут вот забирается. Опа! Меня сейчас тупо телепортнет туда вот. Белый! Вот это считается. Эндерпёрл. Ладно, криперов отбивать. Так, криперов нет тут в округе. Какой? Какой? Желтый. Я прям на желтом стою. Нормально. Я, кстати, максимум доходил до 4 уровня. Сейчас до 5 дойду, наверное. А! Твою ж налево. Ладно. Самое время полететь на котика. Чё я оранул? У меня ж мама спит. Опа. Блин, я думал, я на котика приземлюсь. И не знаю, чё я помешан на котиков. На котиках. Тихо, 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 тихо. О, боже, скажите мне, пожалуйста. Во-первых, почему я не могу залететь на кота? Так, давайте вот так. Во-во-во-во-во-во-во, получилось. Во-во-во-во-во-во-во. Издалека он кажется круглым, кстати. Здорово. Здорово всем. Алоха всем. О, господи, напишите мне, пожалуйста, приветствие в комментариях, какое мне можно... Чётенько, какое мне можно придумать. Так, давайте я... Вот сюда. Отправляемся на кота. Блин, промазал. Ладно, давайте обратно. Если я туда... Да, я долечу туда. Чувырялка. Я не знаю, к чему это. Я просто там увидел. На кота! Блин, на этого дерева немножко получилось. Давайте вот сюда. И на кота! Фу, опять дерево. О, на котика, на котика, на котика, на котика. На котика, на котика, на котика. Есть. Ладно, видеоролик подошел к концу. Всем удачи и всем пока. Спасибо за просмотр.